Да, сэр. Как яйцо по-китайски? Простите, я четвертое поколение. Родился в Брюсселе. Я не знаю китайского. Эй, полегче, он же сказал, что не говорит по-китайски. У меня сейчас заговорит. Какого черта, Уэкс? Он же официант. Раз официант, то поможет заказать десерт. Так, я хочу пакистано-китайское блюдо. Десерта нет, только печенье. О, мы закажем, чего нет в меню. Крем-брюле из кондитерской напротив. Нет, 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 я желаю то, что у вас нюхают. Где наша дурь? Нет, дури! Возьми вазу и набери этого дерьма. Ты замечал, чем ближе к тем, кто готовит эту дрянь, тем она вкусней? Судя по вкусу, всего пара человек отделяет нас от шефа, у которого есть рецепт.